В выходные Тюмень встречала 15-й фест невест. Проект Виктории Ждановой родился в нашем городе, но за 5 лет существования обрел всероссийские масштабы и снова вернулся на родину. Ведь бриллиантовой и самой драгоценной невестой страны 2014 была признана тюменская девушка. Зачем же счастливым женам бороться за этот престижный титул? Я пошла в фестиваль не за победой. Я мама годовалого сыночка и хотелось разбавить серию будни декретного отпуска. Любимого мужа быть самой лучшей. Конечно, для него и так самое лучшее. Это не помешает. Это маленькая сказка, которая позволяет нам прочувствовать всю женственность, которая таится в нас. Мы научились себя держать на сцене, искренне улыбаться, красиво ходить. Была масса интересных мастер-классов по уходу за собой. Прежде всего, это общение с прекрасными, талантливыми девушками. Вроде живешь 21 год, а оказывается, толком себя и не знаешь. Море впечатлений и эмоций. Вот, неужели в России вот такие города есть? Целую неделю участницы готовились к большому шоу. Свадебное дефиле, конкурс на стилизацию платья и признание в любви. Не только мужу, но и всем родным. Трогательные истории, шокирующие образы, непрерывный поток эмоций и креатива от 30 участниц из 21 города России. Жюри и зрителям пришлось непросто при выборе самых ярких конкурсанток. Победительницей стала невеста из города Пермь. Титул бриллиантовой жены достался маме 4 детей из Кемерово. Остальные девушки тоже получили достойные номинации и подарки от организаторов.